«Автопанорама» продолжает экскурсию по новинкам белорусских автодилеров 2014 года. В этом году нас ждет немало четырехколесных сюрпризов, но обо всем по порядку. Одной из самых пафосных премьер наступившего года станет новый Mercedes S-класс. Топовый седан из Штутгарта получил эволюционный дизайн. Во внешнем виде удивительно сочетаются спорт и грация. В линейку моторов входят агрегаты, выдающие более 500 лошадей. Внутреннее убранство S-ки задает новую планку в дисциплине роскоши и комфорта, а перечисление всевозможного продвинутого оборудования и систем может занять пару дней. По другую сторону баррикад расположился сине-золотой раллийный бунтарь. Вполне возможно, что в этом году обновленный Subaru VRX все же доберется до столичного автоцентра. Под капотом заряженной четырехдверки разместится легендарный оппозитный мотор объемом 2 литра, выдающий 270 лошадиных сил. Агрегат работает в паре либо с шестиступенчатой механикой, либо с вариатором. В обоих случаях модель, само собой, оснащается полноприводной трансмиссией. Toyota вот-вот привезет в синеокую свой посвежевший SUV Highlander. Дизайн внедорожника подогнали под общий фирменный стиль, что сделало его внешность более взрослой. Салон Highlander стал шире на 109 мм, а объем багажника увеличился на 34%. Кроме того, внутри Highlander стало значительно тише, благодаря использованию особых стекол и звукопоглощающих материалов. Также расширилось стандартное оснащение внедорожника. В список добавилась система помощи при старте на подъемах, камера заднего вида и мультимедийная система. И, наконец, по инсайдерской информации «Автопанорамы», в Беларусь приедет легендарный американский джип. Да-да, вполне возможно, что вскоре белорусы смогут официально прокатиться на недавно обновленном джип Grand Cherokee и даже заряженном Cherokee SRT с 6-литровым V8 под капотом. Для белорусских автолюбителей 2014 год обещает стать необычайно насыщенным. Смотрите «Автопанораму» и оставайтесь в курсе всех автомобильных событий.